только начали копать. У Юрки находочка. И вываливается, друзья, вот такая вот пуговка. А пуговка у нас шикардосик. Шикардосик. Смотрите, друзья, какая грамотная пуговка и какой сохранчик. Вот это вещь. Просто вещь. Продолжаем копать дальше. Друзья, первый сигнал. И выпадает монетка. Сегодня копаю с новой катушкой. Катушечка у меня 6х10, 14 килогерц. Очень понравилась катушка, хорошо видит всякую мелочь. И выпадает у нас 3 копейки. Год не вижу, правда, грязновато. В ямках вода стоит, чуть копнешь и все. Ну, ранний советик, потому что просматривается герб. Потом помою, покажу, что за монетка. 33-й год вроде бы, если я не ошибаюсь. Друзья, очередная находка. 3 копейки 1961 года. В таком вот сохранчике. А достал такой вот бугорок земли. И достал его вот в таком отвале. Увидел сигнал. Ковырнул лопатой. И выкатилось. Да, конечно, интересно. И на какой-то грибничок потерял монетку. Ну, будем искать дальше. Пойдем походим по лесу. Провел, друзья, прибором еще один сигнальчик. Пином тыкнул и сразу уперся в монетку. И все с одного отвала. Ну, по цвету уже видно, что не поздний совет, а уже послереформенный, без круглого герба РСФСР. Но интересно, что они делали в одном отвале. Посмотрим. Ага, год 1956. Тоже 3 копейки. Интересно. Вот. В одном отвальчике монеты, как говорится, разных реформенных периодов. Видно, кто-то потерял. С кармана выпало. Ну, монетка уже поинтересней. 1956 год. Ну, Походим. Надо еще пройтись по этому бугорку. Недалеко, друзья, отошли от того места. Очередной сигнальчик. И вываливается из кучки такая вот монетка. 2 копейки. Что даже не вижу год. 1982. Очень быстро сохнет. Поздний советик. Довольно неинтересная находка. Ну, походим, поищем еще. Может, что-нибудь и найдется. Ходим, бродим. Еще у Юрки сигнал. Вот это было, и довольно хороший сигнал. Поднялись на горочку. Хорошенький. Сохранчик лесной. А что тут? Блин, не вижу ничего. Ничего не вижу. Александр II вижу. Александр II. Вроде чистого.
1 копейка 1855 года. Вот такая вот находочка, друзья. Как быстро высыхает. Но сохранчик, ребята, бодренький. Еще, друзья, одна находочка. Выкидывали земельку из ямы. И вот такой кругляш упал назад прям в ямку. А здесь 5 копеек. 5 копеек. Уже, да, масон. Масонский год не вижу, правда, уже темнеет в лесу. Может, вы в камеру что-то, друзья, и увидите. Ну, сейчас почистим, посмотрим. И включимся. Разрыл вот такую вот яму. И выпадает таких вот 15 копеек. 15 копеечек, 57 год. Ну, сохранчик, конечно, шикарный. Такие вот места интересные. Старый сад какой-то. Вот ходим. Тут выкопали кусочек свинца. Сначала звенел, потом смотрим, в ямке еще что-то. Глубже копнули и монетка выпадает, 15 копеечек. Ну вот, друзья, наш недолгий коп подошел к концу. Походили по лесу. Очень порадовали, конечно, лесные находки. Пятачок масонский 34-го года. Сохран лесной. Вообще шикарный. Даже в патинке в такой. Копеечка 55-го года. Тоже лесной сохранчик. Приятная находка. А больше всего, конечно, порадовала такая вот пуговка. Сохран просто зачетный. Пуговка французских саперов. О, такой вот сохранчик. Да, день сегодня удался. Находки очень порадовали. На этом буду, друзья, заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.